Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Я такая вообще. Какая-то обдолбана. У меня все горит. О, Зорик. Привет. Привет. А мы после фараона. Пиздец. На самом деле... Здрасте. Этот концерт был, ну так. Типа... Ни одну песню не знали. Ну, узнали некоторые, но не все. Привет. Люблю людей. Ну, это так мило, когда люди нам... Просто мальчик помахал. Он видит, что я его снимаю. Ладно. Просто мне в ноги поедет. Я не пошел на этого, так как мне жалко 20... Мы за 10 пошли. Ну, там было как бы вообще... Типа, середина концерта вообще дерьмо. Я не знала песен. Ну, просто шлялась где-то. А под конец было нормально. Привет, Лера. Че, лохушка, дома сидишь, болеешь, да? Ну вот. Конечно. Я заболела, не пошла. Ха, лохушка. Ну, на самом деле, ничего такого-то не потеряла. Ну, да. Он вообще, он был обдолбанный, естественно. Он просто пришел такой... Фараон, блядь. Вот, я чуть-чуть выпила. Чуть-чуть. Ну как, ну, мне уже хорошо, я думаю, мама не спалит. Парня я себе не нашла. Ну, потому что нельзя так. У меня должен сейчас быть троллейбус, а потом я пересаживаюсь на автобус. Сколько у тебя процентов? А нам не сказали, сколько у нас процентов. Вить, привет. Я не знаю, где мой троллейбус. Вся косметика размазалась. Волосы просто пока. 9 человек нас... Поделитесь трансляцией. У тебя не такое число, как у меня, 69. Может, Даша? У нас в классе самое низкое. Что, Даша? Не, я говорю, по-моему, уже что можно. Да, может, Даша будет, потому что она там очень. Едьте домой. Hello, baby. Hey. Этот, нет, он не поедет уже. Я думала, про тебя погнали. Ой, 17-й, погнали. Когда фара курю, что-то там... Ну, он мне хочет. Вот последняя песня была «Bullet», я просто, блядь, орала, как сука. Типа, скава в лицо. Скрыт лицо, скрыт лицо. Да, скры-скры не было, приколите. О, кто-то бежит. О, смотрите, Сашка бежит. О, какие люди. Ладно, все.